Тренер Этери Тутберидзе выразила надежду на то, что ее воспитанница, фигуристка Евгения Медведева, придет к ней с благодарностями. Об этом она заявила в эфире Первого канала. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы. Я не знаю сказать спасибо, это первое. А второе, к сожалению, в общем-то, это будет ситуация для меня уже не новая. Я встречалась со своими спортсменами, которым уходили», — сказала она. 7 мая Медведев подтвердил уход от Тутберидзе. Спортсменка поблагодарила тренера, с которым проработала 11 лет, за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу и пожелала успехов ей и ее группе. Медведь отметила: «Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать». 6 мая Тутберидзе сообщила, что подопечная перестала выходить с ней на связь. Тренер также рассказал, что Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить выигравшую золотую медаль Алину Загитову на юниорском уровне еще на один год. Медведева двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выиграла финалы Гран-при. На Олимпиаде 2018 спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой. Новым тренером Медведева стал канадский специалист Брайан Орсер.